Добрый вечер! В этом видео я хочу вам показать картину, на которой изображены герои фильма «Унесённые ветром» Скарлетт О'Хара и Ред Батлер. Эту картину я когда-то собрала из пазла. К 75-летию фильма «Унесённые ветром» в 2014 году была выпущена эта красивая и интересная головоломка. Я ее купила в 2015 году. Она состояла из 1000 элементов, была упакована в красивую коробку в виде книги. Ее фото я вставлю в видео. Собирала головоломку почти неделю, когда появлялось свободное время. Собирать ее было одно удовольствие. Размер получился 49 на 68 сантиметров. Потом подобрала рамку, я ее купила в магазине, а стекло под заказ вырезали в мастерской. И вот такая картина из пазлов у меня получилась. Она красивая, очень мне нравится и прекрасно вписалась в интерьер моего дома.